Примечательно, что первое заседание созданного Совета руководителей региональных управлений полиции прошло в Рязани. Надо сказать, что подобного органа при Министерстве внутренних дел ранее не существовало. По мнению полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова, главная цель – это обеспечение национальной безопасности. Ведь российское общество сейчас сталкивается с новыми сложными политическими и экономическими вызовами. Главная задача сегодняшнего дня, о которой говорит президент, это обеспечение национальной безопасности. События, происходящие сегодня и в мире, и в нашей стране, заставляют нас менять привычные подходы к вопросу обеспечения национальной безопасности. Глава государства в своих выступлениях четко обозначил наиболее острые на сегодняшний день темы, волнующие как страну в целом, так и каждого ее гражданина. Это суверенитет и территориальная целостность страны, это состояние межнациональных отношений, это информационная безопасность, это профилактика и борьба с экстремизмом и терроризмом. Борьба с экстремизмом и охрана общественного порядка, особенно во время проведения избирательных кампаний, должна оставаться в приоритете у российских правоохранителей. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев на заседании окружного совета правоохранителей предположил, что благодаря вновь созданному органу улучшится и взаимодействие между регионами. Со своей стороны, как глава исполнительной власти региона, я могу сказать, что вопросы, касающиеся работы по противодействию преступности, обеспечению безопасности жителей, законности и правопорядка во всех сферах жизни общества, борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях, давно вышли за рамки ведомства. Это наши общие задачи, и от того, насколько эффективно и они решаются, во многом зависит социальное самочувствие наших граждан, что является важнейшим показателем вообще оценки жизни и оценки обществом состояния государства. На первом заседании Совета руководителей региональных полицейских управлений обсуждались наиболее насущные проблемы, которые волнуют общественность, среди которых, например, уличная и национальная преступность, пресечение незаконной и горной деятельности. Теперь, как договорились участники, встречи между полицейскими станут регулярными и будут проходить не реже одного раза в полгода.